Всем привет! Растение, вылезшее в дальнем правом углу, оказалось не вылеснерии, не помню, как оно называется. В общем, листики будут расширяться, будет кустик. Еще у меня выжило чуть-чуть эхинодоруса и всякое такое. Плюс спасибо Авито, я докупила еще эхинодоруса. Как смогла, химиантус кубу рассовала по грунту. Поэтому все такое перебаламученное. Вспомнила, что у коряги плавучесть такая, что ее надо чем-то придавливать. Ошметки мха по всему аквариуму. И там появились новые, доселе незнакомые мне жильцы. Вот видите, красные мукозавры. Вот они